Всем приветики, это игра Родина, я предлагаю вместе немножечко поиграть. Так, начнем с того, что надо оборвать задание. Оборвать, оборвать, это мы оставляем. Так, что у нас тут очки? Так, ага. А мест нет, да? И не надо, значит мы к туристам. Туристов обижать нельзя, они наши друзья. Туристы! Ау! Есть. Так, а кстати, я сделала только два задания, делаю третье, осталось еще два. Ну, ладно. В этот раз туристов брать точно не буду, потому что их постоянно принимаю. И они у меня не скапливаются. Я в итоге потом и не сделаю 20 штук по-быренькому. Картошечка. И пленочек точно должен быть. Нитки не дам. И не просите. Пока не закончится мероприятие. С новой фишкой. Стоп, назад. Я вижу чемоданчик. И сейчас я его открою. И отличный чемоданчик. Просто отличный. Так. Как раз тут и рубанем. Не отходя. Ой, как все печально. А чё ж я не раньше не посадила? Ладно. Невнимательная, что поделаешь. Так. Идем сюда. Ой, тут как раз давно пора. Так, надо ставить вот так, чтобы я видела два заводика. Раз, два, три, четыре, пять. Давайте еще на всякий случай шесть. Хотя, наверное, может уже и не надо. Да, уже не надо. Уже 7. 8, 9, 10, 11, 12. Один лишний. Ничего, бывает. Картошечку фри поставим, значит. Так. Ну что, это я точно помню, просили. Ой, я тут... Кто его знает, что там на дне. Так. Сначала к туристам. Упс, это я не ставила. А черный шоколад точно есть. Идем дальше. Это я ставила, но доберусь ли? И это есть. Но тоже где-то там. Угу. Берем. Ладно, рискнем. Почти. Почти дотянулась. Ладно, раз мест нет. А что у нас герой? До свидания, мой герой. Так. Если бы еще помнить, что куда. Вообще было бы отлично. Есть. А вот тут, по-моему, где-то тортик был. Нет, тут был шоколад. Тут тортик. Тортик. Шоколад. Так.
Пойду посмотрю платьички, шарфики. Точно должны быть. Так, а вот эти два еще надо, да? Один надо. Так, платьички. А сколько платьичек просили? Я три взяла. Есть, два надо было. Так, это все несерьезно, надо... Нет, нам не сюда. А, нет, нам сюда. Надо поставить. Я не помню, что там еще идет. А, все, да. Одно молочко. Очень хорошо. Так. Сейчас обязательно что-нибудь куда-нибудь пристроим. Вопрос, что и куда? Раз, два. Есть одно молочко. Возьмем два. Раз. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Сейчас ничего не получится. Сейчас не то возьму. Раз. Правим. Что, ничего прям нет, да? Где у нас? Вот у нас. Так, теперь чего здесь не хватает? Теперь нам сюда. Сейчас возьму одно лишнее. Есть. А теперь нужно выставить. Раз. А еще смогу? Раз, два. Одно молочко. И так. Два. А повторить третий раз не выйдет? Уже не? Жалко. По крайней мере, соберем. Три. Четыре. Есть. Мне бы еще сюда поставить. Вообще было бы отлично. Так. Это какую нам надо ставить? Это есть. Помидорку мне надо поставить. А, и мне надо одну здесь взять. Пшеничка. Таковая отсутствует. Хватит с меня. Есть. Такую поставили. Теперь мне срочно надо и поставить. Рыбалочку делать не будем. Так, здесь крючочки. Веревочки эти. Одно место. Одно место мы берем. Молоко. Получилось. О, тут нам помогли. Так, молоко мы взяли. И куда нам его нести? Нам его сюда. Ха! А таки не получилось.
Значит, сюда тоже не получилось. Ну, где-нибудь у нас получится обязательно. Вот тут, например. Все, у меня есть два места. Собрать и сразу посадить. Потому что это сейчас очень нужная вещь. Так, ой, перышка не хватает. Ай-яй-яй-яй-яй. Одно. Два перышка. Чудненько. И тут так раз и два. И надеюсь, здесь мы еще поставим. А не надейтесь, называется. Не поставим. Ладно. Если нигде ничего туристам не надо, что-нибудь продадим. Проверочка. Есть. Сувенирка. Ой, я что-то отняла, по-моему. Да. Я еще один ров возьму, поставлю. Вот так, и тут одно возьмется. Вот так. Мне бы это еще. Ладно. А у нас есть даже готовые, оказывается. Ёлки-палки. Тоже ничего, да? Мы найдем где чего, если что.